Ну а если у вас есть новости, которыми бы вы хотели с нами поделиться, звоните к нам в редакцию. В список самых богатых россиян попали саратовцы. По сведениям журнала Forbes, в рейтинге 50 влиятельных знаменитостей России есть и те, чья биография тесно связана с Саратовской областью. Так, 27 место в престижном списке заняла певица Валерия, чья малая родина Аткарск. Эстрадная звезда заработала за год 2 миллиона долларов. На 36-м месте уроженец Татищева, актер и худрук Театра нации Евгений Миронов, который разбогател на 900 тысяч долларов. Оказался в тройке богатых земляков и саратовец, ныне режиссер МХАТ Олег Табаков. Он занял 49-е место в списке Forbes, заработав в прошлом году 1 миллион долларов.